Академия имеет огромную историю. В этом году исполняется 20 лет конкурса ТЭФИ «Регион». Сама Академия существует достаточно давно, ей уже более 25 лет. И всегда, с самого начала, со дня основания, нас поддерживал и поддерживает Владимир Владимирович Познер, выдающийся журналист, известный популярный телеведущий, человек, который говорит обо всем прямо, честно и открыто. Я бы хотела предоставить ему сейчас слово, нашему отцу-основателю. Владимир Владимирович, если вы здесь? Да, я здесь, конечно, как отец-основатель, конечно, да. Чувствую себя несколько старым. Я хотел бы прежде всего поздравить и Академию, и всех журналистов с этой идеей, с ее осуществлением. По-моему, это абсолютно замечательная идея, что наконец будет национальная премия. Вне зависимости от того, в каких СМИ человек работает, он может на нее рассчитывать и может к ней стремиться. И это совершенно отлично. Я очень надеюсь, что с самого первого раза эта премия обретет вес. То есть сразу будет уважаема и сразу к ней будет такое отношение со стороны журналистов, что хочу ее иметь. Не потому, что она много весит, как, например, ТЭФИ, который чуть-чуть потерял в весе за последние годы, но потому, что она действительно будет такой достойной премии. Я особенно много говорить не хочу. Самое главное здесь – это очень четко организовать работу жюри, чтобы не было никаких сомнений в результате этой работы. Ну и суметь привлечь максимальное количество участников. Вот. И я хотел бы сказать в добавлении к тому, что сказал Павел Гусев, что вообще региональная журналистика у нас не то чтобы находится в загоне, но она действительно малозаметна вообще в стране в целом. И появление национальной премии, который, несомненно, получит какие-то региональные журналисты, должно изменить отношение вообще к этой журналистике, которая на самом деле крайне важна, потому что в каждом городе, в городе, в каждом месте, где вообще живут люди, доверяют больше своим журналистам, а не тем, кто работает в Москве или в Питере, или еще в каком-нибудь громадном городе. Вот вопрос доверия к журналистике – это ключевой вопрос сегодня. Вообще вопрос доверия – это ключевой вопрос. И не только к журналистике, но в том числе, потому что за последние годы, я должен сказать с некоторым огорчением, что мы, журналисты, не всегда писали, говорили то, что соответствует действительности. А это вызывает, конечно же, в результате сомнения. Я надеюсь, что эта премия будет несомненной для всех. Да, это человек достойный национальной премии в области журналистики. Я вас благодарю за то, что вы мне предоставили возможность высказаться. Спасибо.